соответствии с программой, которая была согласована сирийской стороной. Вчера закончили работу в больнице Хомса и вечером прибыли в Дамаск. И, как уже известно, рано утром, около 4 часов утра, Дамаск подвергся бомбовым ударам Соединенных Штатов Америки, Британии и Франции. Невозможно было не проснуться, я тоже проснулась от взрыва. В результате, как тоже уже известно, трое, от 3 до 7, называют власти, человек пострадали, погибших.